Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а мы продолжаем играть в Вальхейм. Как видите, у меня уже совершенно другой доспех. Это доспех панцирный доспех. Накидка из перьев, который еще имеет способность замедляться при прыжке. У меня новый лук, у меня новый топор, у меня новый меч. Да, даже магии немного овладел, но к чему суть? Суть в том, что после прохождения босса мы погрузились в обновление Мисланс. И, конечно же, под запись я, конечно, наше путешествие не записывал. Но, коротко говоря, если вы хотите, я покажу сам Мисланс, как мы по нему бегаем, как мы там что фармим. Но это, скорее всего, будет, может быть, следующая серия. Ну, или же эта серия. Ну, короче, как пойдет. Но эта серия сейчас немножко нас так погрузит в Мисланс. Я сейчас расскажу, что же добавил нам Мисланс. Хорошее обновление или плохое. Вообще обновление мне очень понравилось. Очень хорошо улучшили рыбалку. Теперь есть разный вид рыбы. Ловится на разный вид наживки, да и саму рыбу стало ловить интереснее. Даже навык ловли рыбы появился, что, собственно говоря, не может не радовать. Вот у нас черная кузница. Она, конечно же, тоже делается из всего, что вы найдете на Мисланте, ну, в туманных землях. Здесь вот все эти рецепты. Химинафль. Копье, которое будет молнии бить. Вот это вот погибель йоутов топор. Ну, честно, мне не понравился тем, то, что у меня навык топора не так сильно прокачан для боевки, поэтому мало урона наносил. Ну, а так вот у него яд есть. Это болты для арбалета. Можно арбалет сделать. В принципе, неплохая штука. Вот этого штука очень много выносливости тратит во время боя, поэтому надо еду на выносливость есть. Вот этот чит бесполезно вам делать, лучше вот этот делать, он будет лучше, потому что вот этот будет точь-точь как чит из черного металла. Панцирное копье, прикольная штука, хром, довольно-таки сильный меч. Странник туманок, ну, собственно говоря, тот меч, который у меня сейчас есть, лед, рассекающий. Ну, в принципе, если прокачивать, будет лучше, чем меч из черного металла. Ну и, в принципе, с прикольными эффектами. Вот в этот стол он тоже у нас качнут, и здесь, собственно говоря, делается магия. Так. Ну да, здесь, в принципе, он, как видите, специальные накидки для мага. Да, это вот ты эту накидку все одеваешь. И у тебя становится бонус к магии, так скажем. Типа ты маг. Вот это вот всякие тут посохи. Посох огня, посох льда, посох защиты. Это все при помощи Эйтра, так скажем, активируется. Воскрешатель. Ну, это магия, которую я сейчас сделал. Она, короче, помогает призвать дополнительную оборону. То есть за твою сторону бьются скелеты. Собственно говоря, Aether — это новая игровая составляющая, которая прибавляется при помощи еды. Немного Aether можно получить из грибов, которые растут в туманных землях. Также вот я научился делать еду. Видите, она восстанавливает Aether такими количествами. Вот одна вот призывалка скелетов вот такая требует аж 100 Aether. Сейчас я, конечно же, такую еду не ел, поэтому никого, собственно говоря, я не призову. Но нам и не надо пока. Суть в том, что я вам просто рассказываю, что да как. Могу еще сказать вот отдельно про сырую рыбу с хлебом. Делается из удильщика, из хлеба. Удильщика можно найти в туманных землях. И вот эта сырая рыба с хлебом очень много выносливости будет восстанавливать. Очень много рецептов всяких. В принципе, все интересно, весело и обалденно. Но мы пока так погружаемся в Мисланс поверхностно. Вот я еще не занимался
вот этими ловушками двергов. Таинственное приспособление, построенное двергами, использовалось для создания ловушек. Вот я еще пружину не пробую. Вот мне интересно, если я скрафчу пружину, что дальше-то будет. Мне кажется, можно сделать всякие интересные ловушки для обороны базы. Ну вот этим я займусь чутка попозже. Сегодня у нас серия сама по себе посвящается курятнику. Вот так вот я курятник сделал. В принципе, вполне симпатичный, правда темный. Я его еще особо не освещал, но я его, в принципе, и не собирался освещать. Вот так вот я. Ну, ладно, освещу, может быть, попозже. Ну, в чем суть? Погоди. Надо посмотреть сразу. А, ну вот видишь, кузница нужна, чтобы я фонари красивые тут повесил. Видишь, в чем прикол? Чтобы повесить красивые фонари, нужна кузница. Вот так вот. Ну ладно. Мы сейчас с тобой скипнем ночь. И, короче, после прохождения босса, которого мы убили в прошлой серии, Егвута, появляется возможность у торговца купить новый товар. Самым таким интересным товаром на данный момент является... Почему нельзя? О, можно спать, все. Короче, самым интересным товаром является это куриное яйцо, которое мы сейчас пойдем покупать. Мы купим это яйцо. Попробуем вырастить курицу. Курица откроет нам новый крафт. Что, собственно говоря, не может не радовать. Потому что нифига себе, новый крафт еды откроется. Надо вот сегодня в этой серии этим и заняться. Вот прямо сейчас. Серия, кстати, будет не слишком большая. Сразу об этом скажу. Потому что... Ну так надо. Зачем делать слишком большую серию? Это вот мы тут еще деревню нашу решили расширять по территории. Будем тут всякие интересные штучечки делать. Так, собираемся к торговцу. Надо взять золото. По-моему, полторашку стоит. Такое вот дорогое яйцо разрабы решили нам предоставить, которое стоит аж целую полторашку. Интересно, да? Вот я сейчас одну горсть взял. Интересно, есть ли вот он горсть? Тут нет он горсти. Надо сходить ко мне в мой старый дом, посмотреть, там деньги еще. Довольно-таки дорогая покупка обещается произойти. Очень даже дорогая покупка. Так, вот здесь у меня монеточки. Вот, все, в принципе, у нас теперь на покупку должно хватить. Очень дорогая покупка. Я прям в офиге, насколько дорогая. Все, перемещаемся сюда. Бежим в наш портал к торговцу. Так, здорово, торговец. У него тут музычку добавили, такую веселенькую. Тун-тун-тун-тун-тун. Ну, как видите, ничего новенького, но после убийства босса появляется вот это куриное яйцо. Омлет с грибами, приготовленное яйцо нам сразу открылось за покупку этого яйца. Держите его в тепле, чтобы увидеть, что вылупится. И на самом деле, что было первым? Да, яйцо вот довольно дорогая штука, поэтому мы сейчас попробуем его, собственно говоря, вылупить.
Вылупим моего благополучно в курятнике. Надеюсь, благополучно. Я этим не занимался. Деньги просирать, конечно, обидно было бы. Надеюсь, не просрём, потому что покупка, ну, очень дорогая. Так, идем к нам в наш нескромный курятничек. Вот в таком дизайне я его сделал. Я хочу, чтобы оно вылупилось вот здесь. Твою мышь. Очень холодно ему. А если здесь... Вот здесь ему тепло. Так, смотри, что делаем. А вот здесь тебе как будет? Там главное его не потерять. А, во, ну вот, тепло ему. В принципе, как я и задумывал, вот если оно сейчас здесь в бортах вылупится, было бы ништяково. Главное, что ему тепло. Моя задача какая? Чтобы оно, когда вылупилось, никуда особо-то не выбежало. Ну, я надеюсь, не выбежит. Они ж не умеют прыгать. По идее, прыгать не умеют, поэтому... А, вот оно. Поэтому, да, прыгать не умеют. Надеюсь, будут сидеть здесь. Вот в таком дизайне я сделал. В принципе, ну, прикольная идея с моей стороны. Я, кстати, не знаю, чем они питаются. Наверное, какими-нибудь семечками. Поэтому пока оно там вылупляется, надо посмотреть, что я могу предложить. Давай морковочки соберем. Вдруг семечек захочет. Пробуем хотя бы морковные семечки дать. Я не знаю, сколько оно там по времени будет вылупляться. И исходя из опыта арка, я очень опасно делаю то, что решил, чтобы яйцо именно вот так вот в непонятном месте было, чтобы я не видел, как оно лежит. Я знаю то, что это опасненько, но решил все-таки так попробовать. Это же все-таки игра, а не как арк. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Это в арке что только не было. Где только кто не появлялся. Ужас, короче. Так, ну, в принципе, семена вырастут и будет все супер. Что у нас тут? Яйцо тепло, пишут. То, что яйцо тепло, это замечательно. Ну, кстати, вот такой вот брутальный лук. Вот так вот он красным подсвечивается. Ну, а еще, впрочем, все прикольно сделали, молодцы. А, забыл. Эйтер. Для крафта новых вещей нужен эйтер. Да? А вот эта вот машина, вот сюда заправляется живица. Вот сюда загружается мягкая ткань. Мягкую ткань можно из деревни стырить двергов. Ну, правда, с двергами придется подраться, они парни такие непростые. Ну или можно добыть из головы застывшего скелета здорового. А здесь живица загружается. Что насчет живицы, сейчас покажу. Сейчас телепортнемся в туманные земли по-быстренькому. И я все покажу, пока у нас яичко вылупляется. Так, по-моему, да, вот здесь вот база.
Сейчас как раз залутаемся. Вот видите. Кстати, вот эти вот грибы, они могут расти только в туманных землях. И вам придется иметь хотя бы, я не знаю, мини-базу, чтобы они у вас росли именно вот в этих туманных землях. Что-то мне не понравились эти звуки. Надеюсь, на нас нападать не будут, но на всякий случай возьму щит и меч. Твою мать, прям там ходят всякие. Но я хочу вам показать по-быстрому. В принципе, надеюсь, меня в тумане не увидят. Вот, смотрите. Видите? Вот такие вот штуки нужны. Экстракторы живицы. Они делаются из экстрактора двергов. Экстрактор двергов можно только в деревне двергов добыть. Вот делаете, потом вот это все, ну, верстак ставите еще. И это в корень суете, и он добывает у вас живицу. Видите, как он живицу добывает? Вот так вот и добывается живица. Сам корень киркой не сломаешь. Если вы пытались добыть, добывать не пробуйте. Затея бесполезная и беспонтовая. Вот так вот. Так, вообще мне интересно, кто вылупится. Вообще, по идее, курица должна сносить яйца и... По идее, и без петуха. Но это не точно. Конечно же, это не точно. Боюсь, как бы не пришлось покупать второе яйцо. Но второе яйцо денег у меня нет. Придется скидываться. Где тут это яйцо? Яйцо тепло. Ну, как понял, должно пройти время, чтобы тут кто-то появился. Но вот в теории надеюсь, то, что они будут иметь свои законные вот здесь места. Вот. И никуда не убегать, но я надеюсь. Кормить, скорее всего, их семечками надо будет. Так, смотрим. Что у нас тут? Что у нас тут из крафта? Вот. Так, так, так. Омлет с грибами. Здоровье. 85 выносливость. Смотри. 3 яйца и гриб. Ну, типа, изи крафт. Изи крафт выносливости получается. Едем дальше. А, вот, приготовленное яйцо. 12 выносливости, 35 здоровья. Ну, типа, неплохая такая закуска, да? Но это еще только яйцо. А прикиньте, что будет, если из петуха что-то сварганить. Вот и я об этом. Интересная тема, да? Опа, было бы это яйцо на готовку отдавать. Надеюсь, вот оно в скором времени вылупится. Вон, пока закончу запись, чтобы вас не томить временем. Как только он вылупится, я вам включу и покажу. Итак, ну прошла, грубо говоря, одна ночь и немного утра. И вот вылупился цыпленок. Прикольный. Для него, правда, нужно второе яйцо, чтобы он потом мог размножаться. Я вот теперь смотрю и думаю, сможет ли он отсюда выбежать или нет. Мне кажется, он отсюда выбежать не сможет. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь.
А он и не пытается отсюда выбежать, кстати. Вполне, ну, прикольно ему. Бегает он по выведенной для него территории. Костер я решил оградить, чтобы, не дай бог, они на нем спалились или еще типа того. Нафиг он им не нужен, этот костер. Грубо говоря, спас их от него. Ну смотри, в принципе, территорию свою законную он не покидает. Вот сидит и сидит тут. Вот пусть пока он здесь и сидит, потому что я их начну разводить, я их буду вот здесь откармливать. А потом, когда их будет становиться слишком много, я их буду выпускать вот сюда, в центр. Ну и взрослые особи уже большие будут на другие нужды уходить, а так развод будет происходить вот здесь сбоку. И нестись они здесь сбоку будут. Правда, все яйца не найдешь из-за моего декора. Ну, ничего страшного, может быть, и здесь нестись буду, а здесь будут разводиться. Не знаю, посмотрю. Посмотрю. Но пока мне нравится, как я обустроил свой курятник. Надо второе яйцо, но на второе яйцо у меня пока столько денег нет, поэтому вот будет цыпленок у нас один. Ворота я ему не открываю. Вот эти вот установил здесь ворота, решил ворота установить, чтобы из чего они отсюда выходили. Ну так он вполне уютненько получилось, мне нравится. Цыпленок вылупился, радуется, бегает. Умирать он не должен, потому что я не помню, что в Вальхейме была прям большая надобность всех кормить. Ну все, супер. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал. А, подождите. Короче, они едят ячмень, любые семена или одуванчики. Можете спокойно набирать одуванчиков, они будут их лопать. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутумпал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать ваши комментарии. Всем до скорых встреч, друзья. Всем удачи и всем пока.